Напомним, что бывшего главу Краснокамского района, его заместителя и бывшего директора сельхозпредприятия обвиняют в зависимости от роли и участия каждого в совершении ряда преступлений. В получении взятки в особо крупном размере, в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Адвокаты подсудимых настояли на том, чтобы заседание прошло без видеосъемки. Обвинение не исключает, что процесс продлится еще не один месяц. Во всяком случае, Разив Гельмулин, который ранее находился под домашним арестом, сейчас под подпиской о невыезде.